представить вашему вниманию собаку Мотю. Моте лет 7-8. Вот ее выкинули на одной из заправок сельской местности. Это 25 километров. Мне позвонили неравнодушные люди, попросили помощи. Мотя безумно преданная собака. Вот. Ну, вот так вот у нас. Ну, в общем, Мотю нашла я с кучей болячек. Вот. С вырванным на лице клоком кожи. И вот уже практически в августе будет год, как Мотюшка со мной. Но мы не можем добиться ремиссии. Мы не можем. Сейчас лето, боюсь, это будет все загноиться. Тихо, моя зайка, тихо, больно, больно, моя девочка, рыба моя. Вот. И я уже просто бессильна, потому что я не понимаю, как. Я понимаю, как. Моте просто нужен дом, уход, воротник, передержка. Но, к сожалению, в этом городе у нас никто не хочет взять на себя такое обязательство. Вот. Поэтому Мотюшка со мной. Вот. Если кто-то захочет помочь Матильде, очень будем рады, признательны. Вот. Она умнейшая, добрейшая собака. Очень страшно, когда ты служишь хозяевам полвека, они просто взяли и ее бедную выкинули. Стыд и позор, конечно, таким людям. Потом вы не обижайтесь, что ваши дети и ваши внуки поступают с вами точно так же. Все мои реквизиты, мои группы ВКонтакте, в Одноклассниках, вот, я пишу в описании их. Спасибо вам всем. Помогайте им, брошенным, обездоленным и нуждающимся в нас. Только мы можем сделать этот мир чище и добрее. Мы. Люди, у которых имеем совесть и душу. Кто моя Матильда? Кто моя Мотюшка? Пойдем с мамой, да? Пойдем с мамой, пойдем, малышей. Пойдем, малышей, Кар. Пойдем, малышей, попоем. Пойдем, моя девочка. Кто мой хвост? Кто мамин хвост? Кто мамин, мамин хвост? Ой, Балу ко мне присоединился, да? Баламут? Собака Баламут? Самый-самый Баламут? Пойдем. Пойдем погуляем с мамой, да, Матюля? Ну, пойдем. Пойдем, моя девочка. Ну, пойдем маму проводишь. Пойдем. Пойдем к малышам, зайцы. Пойдем. Всем день, уважаемые друзья, мои подписчики в соцсетях, на канале YouTube, будущие подписчики. Сегодня у нас Мотя, все, кто за нее переживает, едет в ветеринарную клинику города Новомосковска. Сегодня мы планируем всем тем, кто следит за судьбой Мотечки, сделать ролик. Мотя у меня появилась в августе месяце прошлого года. Собачку выкинули, к сожалению, нехорошие люди на одной из заправок нашей области. Это 25 километров. И мне позвонила женщина неравнодушная. Вот, попросила помочь спасти собаку. Моти была уже вот с такой рваной раной лица, с кучей проблем. Вот, ну, Моти почти со мной год. Это умнейшая, преданная собака. Мы были, посещали ветеринаров, вот, не подумайте, где-то ей подшивали, и ветеринары сказали, что клок лица у нее именно срезан. Это как будто вот какие-то садистские, да, действия были сделаны в отношении данной собаки. Ну и, естественно, обрабатывали, все делали, но по-хорошему Моте нужен воротник и домашняя передержка. К сожалению, никто не хочет отозваться. Сейчас, если посмотрят, может быть, ей можно сделать даже пластику лица, пока я не буду многословно что-то говорить вам. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы Мотечка еще как дольше со мной жила. Это умнейшая собака, это мамин хвост. Ну, если что, если никто не откликнется, конечно, на 2 недельки заберу ее себе, да вот. Потому что, ну, мое
водить. И придется забирать домой, потому что ну, нет у нас передержек. Нету людей, которые могли бы взять котичку к себе. Спасибо большое всем за то, что лайкаете, приглашаете друзей, смотрите нас на YouTube, читайте нас в социальных сетях, ВКонтакте, в Одноклассниках. Будем рады любой помощи. Спасибо вам огромное. Спасибо за то, что в России все-таки есть еще очень много добрых, отзывчивых и порядочных людей. Спасибо вам огромное. Это была с вами я, Наталья, волонтер бездомных животных города Ефремова. Твори добро.